Ребята, сейчас я вам покажу свою охотничью базу, охотхозяйство, где я покупаю, всегда приобретаю путевки, разрешение на отстрел нужной мне дичи. Вот в данный момент по Вальшнапу. Это вот охотхозяйство. Сейчас я вам покажу. Он печку топит. Вот она база, видите? Где-то километр от меня. Это вот моя база охотничья. Печку топит. Так, ну а я уже почти пришел. Мне нужно сейчас будет дорогу перейти и спуститься туда вот, в Кювейт. Вон деревня, посмотрите. Люди еще там живут. Трактор стоит. Все можно разглядеть. Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качает мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад, та-да-та-та-да-та-да. Так, ну давайте тогда будем спускаться, с Богом. Главное, чтобы ноги не поломать. Вот, сейчас я буду уже спускаться. Ой, в этом году так много было снега. А посмотрите, ребята, поля все заросли, и вот от снега трава прошлогодняя превратилась в сено. И вот не поведи Господь Бог, если кто бросит спичку или сигарету, поэтому будьте осторожны, соблюдайте технику, правила пожарной безопасности. Вот, потому что, видите, трава была мокрая, 2 дня дождей не было, ветра сильные, и она уже просохла. И вот, не дай Бог, так вот какой-нибудь идиот бросит спичку. Это вообще ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя жечь траву. Запомните это раз и навсегда. Это заповедь. Вот я охотник, и не приведи Господь Бог. Если вот так бы я бы увидел бы, кто-то, не дай Бог, это бы сделал бы, я бы не знаю, что бы я бы с тем бы человеком бы сделал бы. Потому что этого делать нельзя ни в коем случае. Вот. Ветер поднимается. Там он ольха, ручей. Это вот линия электропередач, сокращенно ЛЭП. Вот очень мощная там ЛЭП проходит. Ну вот. Сейчас буду расчехлять и собирать свое охотничье оружие, мурку, МР-ку. И, как говорится, буду ждать тягу. Все. Все.